В Махачкале осветили храм святого равноапостольного князя Владимира. Верующие собрались на главной площади столицы Дагестана для участия в мероприятии. На праздник приехал и епископ Махачкалинский, и Грозненский Варлаам. Молитву и литургию приурочили ко дню Вознесения Христа. Напомним, открыли храм в мае этого года. Инициатива его строительства принадлежит главе Республики Дагестан Рамазану Абдулатипову. Ранее, вплоть до 1953 года, на этом месте располагался собор Александра Невского. Конечно же, то, что на этом месте воздвигнут храм, это большая заслуга главы республики. Это большая радость для всех православных, проживающих в республике. И, конечно же, это историческая справедливость, что то место, где оно было намолено, где люди годами ходили и молились, сейчас мы также имеем такую возможность приходить, молиться, совершать службы и прославлять имя Бога.